Сегодня в Кремле Владимир Путин провел рабочую встречу с министром связи и массовых коммуникаций Николаем Никифоровым. Говорили, в частности, о мерах, которые правительство принимает для улучшения качества обслуживания в сфере ЖКХ. Речь идет о создании механизма для максимальной прозрачности услуг, а также объединении информации о домохозяйствах в единую базу с едиными стандартами. С 1 января 2017 года, согласно федеральному закону, все данные о коммунальных услугах должны размещаться в государственной электронной информационной системе. Президент поинтересовался, как идет подготовка. Давайте начнем с информатизации ЖКХ, с внедрения информационных технологий в систему жилищно-коммунального хозяйства. Уважаемый Владимир Владимирович, в 2014 году был принят отдельный специальный федеральный закон, который заложил основу для создания так называемой государственной информационной системы ЖКХ. Для нас эта система дает возможность всем, по сути, наладить некий общественный контроль, чтобы информация была доступна, чтобы сфера ЖКХ не находилась в какой-то серой зоне. Поэтому мы вместе с Министерством строительства и ЖКХ этот проект реализуем, и сейчас на финишном этапе уже отслеживаем, как ее внедряют те или иные субъекты. Только нужно узнать, нужно довести до потребителя эти возможности, которые предоставляются цифровыми технологиями сейчас. 32 миллиона пользователей портала госуслуг, по сути, автоматически получат к ней доступ. И уверен, что само появление такого информационного ресурса значительно подстегнет интерес наших граждан к использованию таких электронных государственных услуг.